Всем привет! Сегодня 11 марта, Московская область. Хочу вам показать рассаду, как она выглядит на сегодняшний день. Выращиваю ее на мансарде, на металлическом стеллаже. Здесь 4 большие полки. Света мало, потому что лампы выключила, а мансардные окна мало света естественного пропускают. Но я думаю, что все видно будет. На первой полке рассажены уже сладкие острые перцы и баклажаны. Сладкие перцы и баклажаны я высевала 15 февраля, а по рассадным пакетам рассаживала 5 и 6 марта. Приживаемость 100%, выпада у меня не было. Вот так выглядят сладкие перцы. Это баклажаны. У меня здесь 8 сортов сладких перцев и, по-моему, 4 сорта острых. Это вот острые маленькие, они карликовые, это для кашпо. Есть и декоративные, и такие обычные острые. Где по 2 перца в рассадном пакете, это запасники. Это если из основного состава будет выпад, чтобы было чем заменить. Поливаю я умеренно, не заливаю, потому что растения еще маленькие, чтобы земля не закисала, так как земля моя. То есть я эту почвосмесь готовлю сама. Основа здесь компост. И чтобы земля не закисала, я просто подхожу, вот так мну пакет, чтобы земля здесь не слеживалась и воздух поступал. Это пока маленькие. Где-то, если выскакивает трава, я ее убираю. Вот так, в принципе, все. Ну, конечно же, я ее еще ничем не подкармливала, потому что здесь и биогумус, и компост, всего достаточно. Здесь лук Exhibition. Первый раз высевала Exhibition от Сибсада. Мне писали в комментариях, что схожесть хорошая у этой фирмы. Вот так у меня взошел лук Exhibition. В принципе, неплохо. Здесь еще есть петельки, он неравномерно всходит. Наверное, через недельку я его уже подстригу. Ну, пока взошло процентов, наверное, 80, это точно. Так, на второй полке цветы. Так, это однолетний дельфиниум. Вот так он выглядит. Рассаживала я его по 2 штуки в пол-литровые стаканы. Неплохо. Были выпады, наверное, штук 5 у меня ушло. Не знаю почему, но как-то они завяли, завяли и все. Наверное, дельфиниум не очень пересадку хорошо переносит. Это однолетний махровый. Гиацинт сорт называется. Вот в пол-литровых стаканчиках. А здесь я высевала, это мелкозубчатая примула. Кучкой рассаживала, потому что семена вообще мелкопыльные, и сами сеянцы, конечно, были очень маленькие. А здесь колокольчик высокорослый, вот так он выглядит. Ну, кое-что здесь у меня пропало, потому что кучками высаживала, конечно, что-то ушло. Значит, это физостигия. Высевала я вот эти все семена цветочные 11 ноября 2022 года. Оставила в теплице и в начале февраля я занесла. И вот рассадила тоже пол-литровые стаканы. Это физостегия белая. Здесь у меня гайлардия. Вот так она выглядит. Что-то наклонился цветочек. Надо будет подправить, прямо его поставить. Тоже 6-11 сеяла. В начале февраля все занесла. Вот я все не буду показывать рассаду, вот так она выглядит. Ну, просто поливаю умеренно, сеянцы маленькие тоже подхожу. Вот так мну стаканчик, рыхлю. Эта почвосмесь тоже приготовлена с осени. Ну и дальше у меня здесь, видите, черти что, ну, посеяла я лобелию. Сейчас покажу, это белая. Это кустовая ривьера серии. Это регата длинночерешковая. Дальше Blue Splash. Лазурная. И серия ривьера полночь. Кустовые в основном. Регата только длинночерешковая. Я люблю серию ривьера. Считаю одной из самых красивых и самых ранних цветущих. Но я здесь показывать не буду. Сеяла я ее 7.03. Всходов здесь еще нет. Семена все были дрожжированные. Разложила на поверхности.
полила, вот жду всходов. Еще пока рано. Здесь белые у меня. Здесь в двух плошках я уже посеяла томаты. Высевала я их 9 и 10 марта. Конечно, всходов еще нет. У меня в этом году 20 сортов. 12 сортов это мои, проверенные уже. А остальные это новинки. Так хочется что-то новенькое попробовать. Но свои сорта я уже ежегодно, которые высеваю и выращиваю, я их сею. Уже знаю, что от них ожидать. Но новинки тоже хочется. Смотрите, вот такой малыш. Один. Это взошел у меня флокс. Друмунда, синий бархат. Я посчитала, высевала 35 семян. Вот одно семя только взошло. В прошлом году я высевала штук 7 или 8. Ни одного всхода не было. Вот один взошел. Конечно, взошло бы 2 или 3, было бы хорошо. Группы посадить. Один ни туда, ни сюда. Но что делать? Здесь бакопа высевала с наутопия. Первый раз, кстати, высевала. Вот зашло у меня 2 сеницы, один живой только остался. И вот такой малыш. Развитие очень медленное. Не знаю, вырастет что-то из него или нет. 8.02 я сеяла. А друмунду я сеяла 21.02. Флокс. Дальше. Сеяла гелиотроп Марине. С ним вообще беда. Сеяла 21.02. В таблетке и ни одного всхода нет вообще. То есть семена я вижу, что они лежат, чуть утопленные, но их видно, но они вообще никак. Все очень тихо. Подержу сейчас еще дня, может быть, недельку и оберу, потому что это не дело. Семена, кстати, вот я хочу вам еще раз показать. Вот такой фирмы, но я их покупала. Здесь нет ни срока годности, ничего. Они там в магазине их фасуют. Когда их нафасовали, неизвестно. Поэтому, может быть, даже семена старые не взошли. Потому что, ну, ума большого не надо посеять семена гелиотропа, разложить по земле и следить за влажностью, чтобы было тепло, и они не всходят. Наверное, все-таки это дело в семенах. Ну, здесь у меня третья полка. Значит, посеяла я камнелунку. Вот такую белую. Это свои семена собирала я в прошлом году, в июне месяце. Смотрите, какая у меня всхожесть. Вот так. Тоже сеяла 6 ноября 2022 года. И в начале февраля я их занесла. И вот такая шикарная всхожесть. Высевала, как видите, я рядками. Но здесь у меня рядки уже не соблюдены, потому что ребенок покопал, когда я их занесла, ребенок покопался здесь в земле. Поэтому нарушены рядки. Я думала, что вообще всходов здесь не будет, потому что семена были все закопаны. Но ничего, смотрите, как шикарно все зашло. Я сама удивлена, что здесь всходы. Вот здесь-то рядки хорошие, а здесь было пересыпано все. Отличная всхожесть. Вот что значит свои семена. Хочу вам показать. Я высевала вот такие две капсулы. Поэтому девчонки, которые брали у меня семена, приобретали, вот у вас должна быть вот такая всхожесть. Может быть, даже лучше, чем у меня. Честно говоря, мне столько много-то и не надо, но буду рассаживать пучками камнеломку. Она красивая, белая, очень нежные, нежное растение. У меня семена еще камнеломки остались. Я их просто... Вот сейчас покажу. Сколько еще капсул у меня. И их просто посею в открытый грунт весной. Найду местечко, огорожу и посею, чтобы семена не пропадали. Всхожесть будет хорошая, чтобы не оставлять на этот год. Вот, в принципе, и вся рассада, которая у меня сейчас. Жду всходов томатов. Высевала я их, кстати, сухими семенами. Обычно я всегда на сутки замачиваю. Просто в воде, чтобы семена водой напитались. В этом году совсем нет времени, некогда. Поэтому решила посеять сухими. Ну вот, думаю, всхожесть будет подольше. Ну, посмотрим. Сеяла-то 9-10, вот буквально еще. Конечно, там ничего нет. Температурный режим я не знаю, какой у меня здесь. Я никак не принесу градусник, чтобы померить. Вот. Ну, по ощущениям, градусов 20-21. Вот так у меня выглядит рассада. Все отлично пока. Все идет по плану.
Но у меня на сегодня все. Я вас также хочу пригласить в телеграм-канал, где я выкладываю небольшие короткие ролики, которых нет здесь на YouTube. Обмениваемся с вами фотографиями, опытом. Также плетем кашпо из искусственного ротанга. Общаемся. Я оставлю ссылку на телеграм-канал в описании под этим видео. Заходите, подписывайтесь. Я надеюсь, там будет вам интересно. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока!